Только посмотрите, какая красота. Беломошник, солнечно. И вот здесь, в таком месте, в коротком белом ху, любят стоять наши любимые с вами друзья. Самые любимые грибы – боровички. И какая же прелесть. Вот это будет невысокий, но толстый гриб. И я такие очень люблю. Темные, черные боровички. Вот они. Ох, а под шляпкой какой он белый, шикарный. Здорово, сейчас будем просто косить их косой. Вот такие боровички растут здесь в бору. Сейчас покажу красоту леса. Обалдеете. Вот они. В Беломошник мы приехали, в новое место. Вот, смотрите, что творится. Это что-то он отломанный какой-то. Здесь. И вот здесь. Смотрите. 5 штук на одном месте. Ой, 6 даже. Получается. Красота. Пойдем сейчас гулять. Ох. Я на солнышке лежу, называется, да? А точнее говоря, стою. Ой, как светится-то, друзья. Светится просто черный боровик. Видно, что черный. Вот это классно вообще тоже. Обратите внимание. Вот все стряхнул. Прелесть какая. Ну, ему здесь тепло, конечно, на пригорке таком. Ну, здесь солнышко, все светит классно, ясно. Прелесть. И представляете, повернулся сюда, а тут еще боровик черный стоит. Они здесь одни черные боровики. Это вообще какой-то цвет такого, как бронзоватый, смотрите. Да чего ж он классный. Вы только посмотрите, друзья, на этот цвет. Цвет, как у поддубовика, смотрите. Такой зеленоватый, что ли, коричневый. Обалдеть, классный какой, а. Друзья, еще один стоит, смотрите. Вот. Красавец-то какой, а. Опять у него цвет шляпки, смотрите. Такой. Темно-коричневый. Переходящий вот здесь с краю в красный. Друзья, напишите комментарий, пожалуйста. Вам нравится собирать грибы со мной на солнышке? Когда вот так они светятся. Вот они все здесь растут на солнышке. В коротком белом ху. Смотрите, все, вот глубина тут 1-2 сантиметра. Дальше песок. Черный, смотрите, черный, как камень. Кругленький, красивенький. Шел сильный дождь, поэтому пришлось только к обеду поехать за грибами. Не знаю, сколько соберем. Сколько мы с вами, друзья, соберем. Но все, что соберем с вами, я обязательно по итогу покажу вам, продемонстрирую. Надеюсь, что-то получится. И пока я это все говорил, смотрите. А тут оказывается еще. Они светятся, их очень сложно видно. Вы только посмотрите. Вот здесь вот деревья прикрывают, видно хорошо его сейчас, когда присел я. Вы только посмотрите на этот боровичок. Ну вот они черные. Левый, конечно, он совсем черный слева. Этот немножко такой, но тоже вот, видите, о. Класс. Да блин, еще один. Опять выключил. Что ж ты будешь делать? Еще один, смотрите. А, вот еще один. Вот, так тут поляна целая. Я даже не успел еще начать чистить. Так, подождите секундочку, друзья. Вот в такой ситуации надо очень медленно смотреть. Очень медленно смотреть. Это поляна, это грибница здесь. Вот. Значит, надо смотреть конкретно. Потому что вот опять светить начинает. Конечно, ослепляет. Это создает немножко трудность нам с вами. Но... иногда надо и с трудностями справляться, чтобы найти красивых, симпатичных боровичков. Ну, не знаю, тут надо ходить и ходить, смотреть, какая природа просто. Хоть природу вам чуть-чуть покажу. Сейчас мы найдем с вами, боровики. Мне кажется, сейчас в иголках здесь где-нибудь
затаился боровичок-то. По-любому. 100% затаился. Так, красный мухомор. Вот здесь тенек, вот здесь уже лучше видно, и вон он. В принципе, грибы здесь так и собираются. В Карелии. Моментально. То есть, а он еще стоит. Сейчас я вам еще покажу. Посмотрите на этого царя. Ух ты, господи. Ну, вот тот мне еще больше нравится, который я сейчас вижу. Этот прям мой размер любимый. А он еще я вижу. Смотрите, что творится. Друзья, посмотрите, какие они здесь. Они замшевые, черные. Такие вот, с пятнышками такими коричневыми. Как у поддубовика. Смотрите, сюда еще стоит. Он не красный, он зеленый. Вот боровик зеленый, зеленоватый. Видите, оттенок такой. Коричневый-зеленый. Смотрите. Смотрите, какой классный. Такие вот они, конечно, вот на твердой поверхности. Они, конечно, как камни просто, друзья. Каменные. Вот на один денек похолодало сильно. Они как камни. Они и были каменные. Сейчас они каменные вдвойне. Вот, в принципе, так грибы, друзья, мы с вами и собираем. Представляете, какой кайф. О, какая прелесть. Теперь смотрите. Два боровичка. Раз. Да у вас. Класс. Видите что-нибудь, друзья? А я вижу. Рядом с брусничником. Вкусная какая. Брусника. Оп. Более такой уже привычный для нас боровик. Хотя все равно темнее обычного. Так. Это еще не все. Вот еще один. Вот этот уже ближе к белому мху. Вот, этот уже темнее. Вот. Класс, да? И это еще не все. И как бонусом стоит подосиновик. Да какой боровой подосиновик. Шикарный, смотрите. Сейчас я попробую. Ух ты, как он глубоко засел-то. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Тяну-тяну-тяну. Ох, идеальный. Вот такие подосиновики я обожаю. О. Улиточка немножко сзади прошлась. Но посмотрите, ни одной точки. Нет такого, как в наших регионах. Точки какие-то на губке. Ну, эти личинки, которые потом червеют. Приходится обрезать, да, периодически губку. Нет здесь такого. Вот это классно. Какой красавец в белом мху, друзья. Посмотрите, там солнце, уже закат. Вот оно. Сквозь деревья видно, как заходит. И вот такой красавчик попался мне. Оп. О, солнце закрываем, смотрите. Какая красота. Ой-ой-ой, какой же лес. Как здесь классно, как здесь просторно. Беломошник просто кругом. Только посмотрите на эту прелесть. Вы только посмотрите, что я вижу, друзья. Здорово. Это можно прям с одного корня вот так вот выкрутить. На поверхности прям грибниц. Вы посмотрите, что это. Это березовый белый, кстати. Сразу 5 штук в сростке. Прикольно. Симпатично. Классно, молоденький. Берем. Здорово, уже под сумерки. Переехал я в другое место. И у меня буквально 20-30 минут, чтобы я успел собрать еще боровичков. И я вижу, что торчит на белом мху боровичок. Вот он стоит, это он. Ой, какой он классный. Друзья, посмотрите, это боровичок. Вот он. Видно издалека его аж было. Классно. Здесь, кстати, намного влажнее.
Это не очень хорошо, потому что осадков много. Сейчас нужно наоборот, чтобы их было мало, чтобы гриб качественный пошел. Поэтому там, где лучше подсушивает и где более твердая поверхность, гриб качественнее. Здесь, конечно, боровик попадается. Не так массово, но попадается. Стоит. Все равно есть он. Поштучно, по 2-3 гриба. Но попадается. Сейчас еще здесь пройдемся. Вот тут должны быть. Сейчас поглядим, есть еще. Если нет, пойдем на беломошник. Вот смотрите, два боровика-то все-таки стоит здесь. Лезет молодой гриб. Вот он. И вот здесь тоже стоит. Такие вот боровичочки. Это вообще какой-то красный у него ножка, смотрите. Он примерз, то ли что с ним. Друзья, ну смотрите, не думал, не буду показывать. Все-таки три боровика я нашел. Два чистых. У одного ножка червивая, но шляпа чистая. Но тут смотрите, все-таки уже темно. Но я все-таки вижу. Вижу вот этого маленького. Вот он лезет. Вот такой гриб еще более-менее чистый. То есть можно. Здесь червивость выше, чем вот на других моих грибных местах. Не знаю, с чем это связано. Они вот здесь вот на открытом месте уже растут. Вот так вот. Но все равно нет, свое-то мы набираем. И вот так вот. Даже вот такие, если попадаются уже червивые, то тем более их нужно собирать. Потому что более взрослые они уже будут совсем червивые. Ну, здесь надо еще посмотреть. Может быть, что-то и осталось на этом открытом достаточно месте. Вот. Тут следы, как будто медвежьи. Здоровые такие. Так, ладно. В общем, вот так вот. 6 боровиков. Вот с этой маленькой небольшой полянки. Но боровички небольшие. Ну, кто любит мариновать или морозить цельненькими, тот с удовольствием бы взял. И если они чистые, я прям даже резать их дома не буду, в таком же виде и заморожу. Или замариную. Ну все, солнце уже зашло, уже темно. И вот он. Скорее всего, финальный боровик. Если с фонарем, я еще не буду искать, как я люблю. Вот. Но завтра у меня планы, конечно, грандиозные. Надо выспаться. То, что я хочу, это просто рекорд сделать. Поэтому, наверное, не буду здесь задерживаться долго. Но боровики есть. Боровики красивые, чистенькие тоже попадаются. Все-таки я доволен, что 2 часа грибной тихой охоты принесли хоть каких-то грибов. Мне нужно обязательно с приключениями. В темноте, в полной, боровичка нашел. Наслаждайтесь, смотрите, какой он идеальный, просто шикарный. Бомба мне попалась, настоящая бомба. Царский гриб, вы посмотрите, какой боровик. Жиробас вообще просто. Вот это прелесть, а. Я так понял, все-таки ночная грибалка у нас состоялась и продолжается. Но попадается теперь один за другим. Как назло. Да какие. Дорогие друзья, получилось у меня порядка 40 боровиков. Ходил я чуть больше 2 часов. Сегодня такой разгрузочный день, потому что всю ночь и днем до 3 дня лил сильный дождь. Поэтому никуда не хотелось идти. Потом я уже поехал, когда солнце вышло, и погулял чуть больше 2 часов. Гриб в основном маленький, поэтому получилось не так много. Но я надеюсь, что все равно вам понравился данный грибной фильм. Понравились новые красивые грибные места, лес понравился. А если это так, то подписывайтесь на мой грибной канал. А также поддержите его, поставив лайк и написав комментарий в YouTube под видео. По времени это займет недолго, какие-то секунды, да? Но для меня это очень важно. Я с удовольствием отвечу на любой ваш комментарий.
Ну и также приглашаю вас подписаться на мой инстаграм, куда я скидываю все самые красивые грибные фотографии и фотоотчеты грибов в том числе. Подписывайтесь и наслаждайтесь моими работами. Ну и также приглашаю вас в наши грибные группы ВКонтакте и на канал моего друга Андрея Скрипачева. У него интересный грибной канал. Заходите, смотрите, наслаждайтесь, подписывайтесь. Ну а я же с вами прощаюсь. С вами был Армен. До новых грибных приключений и интересных походов, друзья. И вам хорошего грибного урожая и хорошей грибалки.